Всем привет! Вы на канале Mary Toys and Pattern. В этом видео я хочу показать вам вязаных зайчиков. Рост такой игрушки 27 сантиметров. Юбочка связана на двух спицах, ее можно снимать. Ободок у зайки тоже снимается. Зайка связан крючком 4 мм пряжи Dolce. Из пришивных деталей уши, хвост, голова. В процессе вязания ввязываются только лапки. Обратите внимание на ободок. Он сделан из декоративных цветков. На моем канале вы можете найти подробное видео, как его сплести. А эта юбочка связана из пряжи джинс. Кстати, ее можно использовать и как панамку на голову. По-моему, неплохо смотрится. Напишите мне в комментарии, если вам тоже нравится. Таких зайчиков можно связать за 1-2 дня. Они вяжутся очень легко. Я знаю, что меня будут смотреть вязальщицы, поэтому спешу сообщить, что вы тоже можете связать таких зайчиков. У меня есть подробный мастер-класс с описанием и фото. Просто напишите мне в Instagram. Всем удачи и спасибо за просмотр!